Прекрасная Гера, богиня-мать, мудрая Афина, Посейдон земли-колебатель, ретивая Артемида, способная попасть из лука в сердце Калибри, лицемеры все. На помощь! Кто-нибудь! На помощь! Вот ваши боги! Слабости погубят их, как это случилось с Ахиллом. Это не твоя вина, ты жертва. Где мой брат? Этот лжец? Зачем мне отдавать ему трон Олимпа? Благодаря тебе тайное стало явным. Где он? На своем месте, обращен в камень. Но тебе еще не поздно одуматься. Ты вернула богам их сущность, убила многих чудовищ, доказала, что достойна. Возможно, ты будешь служить мне. Я не стану убивать богов! Как жаль, но этого следовало ожидать. В тебе ведь тоже течет их кровь. Нет! Довольно! Пора исполнить пророчество! Тифон пал от клинка Феникс. Да, молодец, Феникс! Прометей, дай 5! Впрочем, не надо. Мы не создали идеальный мир. Но я не держу зла на тебя. Ведь в тебе нет изъянов. Поэтому я расскажу тебе правду. И с последним вздохом он открыл тайну. Гермес, твой отец. Что? Феникс-полубог? Мой отец? Гермес? Желая поговорить с Гермесом и помочь брату, несмотря ни на что, Феникс покинула логово Тифона. Если поспешить, то можно будет увидеть, как с окаменевших спадут чары. Что ж, я проиграл спор. Поздравляю, Прометей. Но тут кое-что не сходится. Пан тоже сын Гермеса. Да. Копыта. У Феникса их нет. Верно. А еще непонятно, для чего Тифону было зелье, убивающее богов. И ты ведь знаешь, что Феникс не увидит, как со смертных спадают чары. Потому что это ты обратил их в камень. Да, мы с тобой спорили об этом. Перед тем, как я пошел кутить Каиду. Картина начинает проясняться. Что ты сделал, Прометей? Ты не хотел слушать, и я вмешался в ход событий. Буря, настигшая Феникс? Не случайность. Мой брат Атлант устроил ее. Стой! Как ты говоришь, вырвался Тифон? О да, ему тоже помог Атлант.
А твой рассказ? Он правдив. Все, кроме конца. Я рассказал тебе все это, чтобы отвлечь. Тифон не украл твой дар прорицания. Мой дар при мне и не подводит, не то что твоя память. Я ведь как-то раз говорил тебе, и ты не послушал. Если та нимфа родит от тебя дитя... Фетида. Ваше с Фетидой дитя превзойдет тебя. Но Феникс смертная. Она была ранена. Не была. Здесь я солгал. Жар был ужасен, но Феникс шла не останавливаясь и погрузила молот Гефеста в самый центр пламени. Смертным не под силу взять этот молот. Вот и все! Феникс станет пеплом! Лишь я могу обуздать молнию! Нет, не может быть! Отец твой не тот, кто с детства тебя взрастил! Старший Фетида плод отца превзойдет! Небесный герой! Время вернуться домой! Гермес? Не отец, Феникс. Феникс, моя дочь! Зевс! Людей в камень обратил ты? Отвечай! Да, это был я. Значит, Тифон сказал правду. Зачем? Людей этого железного века я создал сам. Я вдохнул в них жизнь. Но проходили годы, и я видел, как люди бездумно причиняют друг другу боль, видел их жестокость и себелюбие, видел, что все становится хуже. Я решил, что зря дал им жизнь, решил отнять ее. Но теперь вижу, что совершил ошибку. Я судил их за несовершенство. Но я понял, что мои дети, которых ты спасла, тоже... несовершенны. Смертные подобны богам. Если честно, мы... Я даже хуже. Без меня вам всем будет лучше. Да, пришло время исполнить пророчество. Я так тобой горжусь. Пообещай стать хорошим правителем и, что еще важнее, хорошим родителем. Я знаю, что ты несовершенен, но ты мой отец, и это самое главное. Ты что, не убьешь меня? Что? Ты думал, что так легко отделаешься? Признать свою ошибку — это лишь первый шаг. Знаешь, как говорит Арес, нужно и правда быть лучше. Это где-то 5 или 6 шагов. Я бы сказал, скорее 12. Жизнь! Не лестница и не марафон! Делай все правильно с первого раза, или пожалеешь. Ну, разумеется, он еще жив. Похоже, я тебя переоценил, дитя. Второй попытки не будет. Тифон, нет! Нет! Удачи, детка!
Yeah.
как смертные будут жить в моем новом мире. Ah!
Гоняться за Афродитой, чем помогать тебе.
угрожаете гибель мира! Thank you.
Хотя могла стать величайшей героиней. Yeah.
знал, что ты придешь ко мне, героиня. О, так мал, так невинен, совсем один. Феникс, ты, возможно, была права. Ты слишком мягко выразился. Ты пришла спасти отца, исходного брата. Трогательно, но напрасно. Что? Что? Это долгая история, но у твоей мамы была такая... Молчи, узурпатор! Тобой я займусь позже. Дитя Зевса и Фетиды, я решил, что ты погибнешь здесь. Ты даже не знаешь, что делать со своей силой, невежда. Берег это вино для особого случая, но решил, что мне надо бросать пить. Знаешь, лучше обзаведись несколькими клетками. Так, так. Этот трус возбросил и был таков. Твой папочка оказался сплошным разочарованием, не правда ли? Эй! Зевс, может, и никчемный, но он наш отец, урод! Вместе вы погибнете! Вот я есть, и вот меня нет! Срочная доставка! Просто поставь подпись! Ой, неужто возврат? Нет! Я безупречен! Эй, Тифон! Пора пустить в ход молот! Сила любви сведет тебя с ума. Вы все шумные мерзкие лентяи. Вам нет дела до планеты. Решение принято!
Ты приговорен к смерти, Тифон! Возражения не принимаются! Есть смысл. Не согласна. Да, мы наверняка наделаем ошибок. Но хаос тоже нужен, если мы хотим расти. Может, пощадим его, но лишим свободы? Яд! Я слишком слаб! И яд пожирает меня! Что велит тебе сердце? Думаю, надо пощадить его. Поспешим отсюда, пока выход не закрылся. Воссияй же ярко среди звезд, Фосфор. Крылья Дедала погибли. Пламя Тифона сожгло их. Я починю. Есть идея получше. Хотя я не сомневаюсь в твоем мастерстве, Гефест. Он что, вежлив со мной? Это пугает. Дочь. Thank you.
За отвагу на поле боя и доброту вне его. Ах, скука. Гермес, сосредоточься уже, а? Не горячись, Афина. Сейчас ты разгорячишься, как на костре. За то, что показала мне, я могу быть лучшим отцом вам всем. Я люблю погорячее. Иди ко мне, Арес. Хо-хо-хо! Твоя страсть опаляет меня! Я что, невидимка? Вторые роли — это не твое, Гефест. Ну все, хватит! Разводимся! Заткнитесь все! Как я могу извиняться, если мне так и хочется сбросить с Олимпа вас всех до единого? Опять! Добро пожаловать в семью, Феникс. Надеюсь, я не пожалею. О, ух ты! Как красиво! О, боги! Фосфор! Я думала, ты погиб! Погиб! Но теперь он всякий раз будет оживать. Я создал для тебя новое существо. Эта волшебная птица пылает жаром самого солнца и никогда не сдается. Птица Феникс! А, что сказать? Я не заслужила. Заслужила, сестра. Бери. А, ладно, беру. О, и последний подарок. Хм, кого-то нет. Где Легерон? Кто-нибудь видел? Феникс. Может, дрожит от страха где-нибудь? Или вообще уже мертва? О, боги! Скажи, ты уверена в этом решении? Бу! О, да, вполне. Идем, дитя, и я покажу тебе все. Эй, постой! Думаешь, можно мне дать крылья? Феникса, вернуть жизнь обращенным в камень, и я просто так забуду обо всем, что ты сделал со мной, со своими детьми, с Афродитой, со всеми. А что, нет? Эй, я шучу, я брошу пить, я вступлю в группу поддержки, почитаю манускрипты о том, как быть отцом, а Ид свидетель. Ладно, посмотрим, что из всего этого получится, но я слежу за тобой, папа. Я тоже тебя люблю, Феникс. Меня кто-нибудь слышит? Зевс! Феникс! Кто-нибудь! Эй! Помогите кто-нибудь! Кто-нибудь! На помощь! Смертный! Я здесь! Я? Да, у меня есть ключ. А, слава богам! Давай же! Да, но... Зевс велел сперва рассказать тебе кое-что. Что? Что рассказать? История Феникс будет мне искуплением. Все началось в море. Нет! Это хуже, чем орел! Проклятый Зевс!
Меня кто-нибудь слышит? Зевс! Феникс! Кто-нибудь! На... Помощь! Смертный... Проклятый Зевс!